административным судом заявлено по председательствующему судье Вахрушевой, который мотивирован тем, что в нарушении действующего законодательства судья произвел изъятие у административного истца паспорта и не вернул его по требованию административного истца, а также тем, что судья в судебном заседании не вправе требовать от административного истца надевать что-либо на лицо, в том числе медицинскую маску. Маску, пожалуйста, поправьте административный институт. Может, это тоже на дыхание. Маску, будьте добры, поправьте. Вам уже это было сказано. Чуть выше поднимите ее, закройте нос. Нет, не так. Закройте рот и нос, пожалуйста. Со стороны административного ИСА будут судьи, секретарю. Административный институт. У вас отводы имеются? На данной стадии отвод суду, поскольку суд нарушил только что федеральное законодательство о паспорте. Я просил вернуть его немедленно. Суд удержал у себя паспорт, а изъятие паспорта строго запрещено. Если суд с первой же минуты нарушает федеральное законодательство, у меня нет оснований привлекать к такому суду. И второе, суд некомпетентен требовать от граждан надевать что-либо на лицо. Он может только попросить, потому что государственная услуга регулируется законом о предоставлении государственной услуги. Суд не может отказать государственной услуге по отправлению правосудия лишь на том основании, что лицо виновно в чем-то, либо невиновно. Если лицо виновно, надо привлекать лицо и дальше продолжать оказывать государственную услугу. Исходя из двух данных нарушений законодательства федерального, считаю, что суд изначально начинаю. Я не могу доверить такому суду, заявляю отвод суду.